Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео, дорогие друзья, мы с вами разберем манеру игры знаменитого бас-гитариста группы Iron Maiden Стива Харриса. Стив Харрис — это большая величина в мире музыки, очень известный бас-гитарист, он постоянно в топах, в чартах, постоянно в журналах, интервью, постоянно он на первых порах, всегда занимает топы, лучший басист мира, лучший басист века, золотой бас вселенной, постоянно он, так сказать, не обделен вниманием масс, не обделен вниманием музыкантов, особенно молодых, которые играют в стиле хэви-метал или хард. Дрог, так сказать, эта фигура очень известная и очень почитаемая. Даже какой-нибудь, например, Виктор Вуд, он бы позавидовал известности и, как сказать, народной любви, которая перепадает Стиву Харрису, постоянно он, так сказать, на первых порах. И, в общем, сегодня мы с вами такие разберем, чем же он крут, его основные технические приемы, из чего состоит его звук, какие ноты он выбирает, манеры игры, как немножко приблизиться к его уровню, какие навыки надо оттачивать, что делать, как играть и так далее. Звукоизвлечение, инструменты, аппарат, все это мы сегодня затронем в этом видео. Так что давайте доставайте чаек и начнем. Начнем мы сегодня с вами со звука, с самого главного, с яркого, пробивного, прорезающего любой микс, узнаваемого тембра звука Стива Харриса. И здесь, конечно же, мы не можем обойти стороной тот факт, что этот музыкант использует как мейн-инструмент, как основной бас, Fender Precision Bass с клиновой накладкой. Подчеркиваю, именно с клиновой, потому что это важно. К примеру, Fender Precision Bass с клиновой накладкой и Fender Precision Bass без клиновой накладки – это совершенно два разных инструмента, два разных мира, два разных тона, и не стоит их путать. И неспроста у него все прессы именно с кленовой он использует, потому что клен придает звучанию инструмента яркости, придает, подчеркивает вот эту гнусавость, гнусавость тона пресижена, делает из него даже менее узконаправленный, даже в сторону соло какой-то яркой запоминающийся, яркого запоминающегося тембра, даже приближая его немножечко к джаз-басу в этом плане, в плане яркости, в плане универсальности. Поэтому не только Стив Харрис использует кленовый пресс с кленовым грифом, многие именно признают, что именно такое сочетание — это 10 из 10. В общем, не зря, не зря. И я сам посматриваю на пресижен с кленовой накладкой, мне нравится этот тембр яркий, который вот впереди, вот он, этот звук прямо перед тобой, ты слушаешь этот Precision, и звук как будто он вот перед лицом у тебя, настолько он яркий, настолько конкретный. Поэтому неспроста здесь мы видим Precision с кленовой накладкой. Если же мы с вами, дорогие друзья, возьмем и посмотрим на то, как играют большинство метал-бас-гитаристов современных и не очень современных, то, конечно же, мы с вами найдем общие черты, так сказать, этой игры. И есть здесь определенные приемы, определенные моменты, определенные тонкости, которых можно не заметить, но они есть. Во-первых, это медиатор. Большинство метальных и альтернативных музыкантов, метал, хэви-метал, альтернативный метал, панк-рок используют медиатор. В своей игре это одна из объединяющих моментов всех таких бас-гитаристов. Это неспроста. Это можно объяснить с помощью математики, с помощью физики, химии и прочих наук. В чем фишка? К примеру, вы играете в группе, где 25 гитаристов, 5 барабанщиков, у вас массивное звучание, у вас все используют перегрузы, эффекты, и метальные партии, которые в 200 BPM играются, вы счастливы, выходите на сцену и начинаете пальцами играть в 200 BPM металл. То, естественно, вы будете счастливым лицом думать, что все круто, но на самом деле все не будет круто. То есть вы будете играть это пальцами, и вас просто не будет слышно. То есть смысл того, что вы выходите на сцену, приравнивается плюс-минус к нулю. Поэтому большинство бас-гитаристов метальных, опять же, это связано с темпом, потому что метал, хэви-метал — это, как правило, быстрые какие-то темпы, реже баллады. То здесь, конечно же, мы видим использование медиатора. Но, конечно же, Стив Харрис никогда не использовал медиатора, играет он двумя пальцами. Вот это поворот! Много раз об этом в своем интервью говорил, когда у меня журналисты спрашивали, он говорит, что я играю только двумя, никаких трех.
пальцев он не использует. И если мы возьмем какую-то фотографию, фотокарточку с выступления группы Iron Maiden, увеличим руку Стива Харриса, то наткнемся на интересный факт. Мы увидим с вами ногти. Так сказать, Стив Харрис специально подстригает свои ногти таким образом, чтобы придавать звучанию, придавать своей атаке еще дополнительной резкости, дополнительной, так сказать, читаемости и делать такой эффект наподобие медиатора. Тут не надо какие-то прям ногти, как у классического гитариста, длинные. Достаточно чуть-чуть не подстричь ногти на миллиметр, и вы уже сами на себе почувствуете. Добавится какую-то яркость, металлический звон. И Стив Харрис, так сказать, нашел вот этот путь. Зачем ему использовать медиатор, если ему не нравится? Он хочет играть двумя пальцами. Я его понимаю прекрасно. Я также люблю играть двумя пальцами, не играю тремя. Зачем, так сказать, мучить себя? И он делает в этом плане правильно. И, опять же, вот это отношение... Эти ногти, естественно, придают еще более звонкости. У нас, значит, получается кленовая накладка, ногти, и мы двигаемся дальше. Вернемся к звуку бас-гитары, и, так сказать, внимательный зритель может заметить, что на борту Fender Precision Bass находится один датчик, сингл разделенный, и это дает как раз это расположение, уникальный тон Fender Precision Bass. Но это еще не все. Такой тон можно получить не только на Fender Precision, и даже на Ibanez, на моем, можно получить подобный тон, если поставить положение на датчика. Также близкий тембр, такой гнусавый, яркий, можно получить и на джаз-басе с использованием также некового сингла, и не обязательно покупать Precision, чтобы быть похожим. Также Стив Харрис использует специальные плоские струны фирмы Rotosound, и у него даже есть своя signature, именная модель этих струн с калибра 50-110, это толстые струны для хард-рока. И такие струны не рекомендуется ставить на какие-то слабые грифы, к примеру, тонкие грифы, типа даже того же Ibanez или джаз-баса, вас может просто погнуть шею, погнуть ваш гриф. Это на прессе будет неплохо, потому что пресс имеет как раз довольно такой толстый весистый гриф. На джаз-басе я бы, скорее всего, не стал бы такие струны рисковать ставить, потому что у вас может просто выгнуть ваш гриф. Ну, соответственно, эта толщина также определяет тембр. И здесь есть определенное противоречие, спросите вы. Как же так? Вроде как смысл в том, что отрастить ногти, сделать кленовую накладочку, чтобы у тебя была, чтобы яркий звук был, и ставятся вот эти вот плоские струны, которые априори гораздо глуше, чем те же круглые, которые реально лязгают, которые имеют более такой мясистый звук. И в интервью журналу Bass Magazine Стив Харрис объяснил, почему это делается. Во-первых, он сказал, что он очень сильно потеет, и у него струны буквально улетают очень быстро, и очень быстро теряют свой тон, и если бы он ставил круглую обмотку, то они бы просто в середине концерта начинали бы очень противно, так сказать, звенеть, издавать треск какой-то, скрип вот этот круглых струн. И... Тем самым он ставит именно плоские, потому что они более такие, как сказать, к поту устойчивые и создают такой более приятный тон, даже когда они, так сказать, убиты и все в поту, все в сале, они как бы какой-то звук этот создают еще. Поэтому он объяснил это именно так, хотя тут есть противоречия, но опять же это часть вот этого неповторимого волшебного звука Стив Харриса, плоские струны, кленовый гриф, ногти на руке. Это все именно вот это то, что мы слышим в песнях группы Iron Maiden. Дальше мы с вами переходим к музыкальной части видео и разберем технические особенности игры Стива Харриса. И начнем мы, конечно же, с фирменного галопа Харриса, который всем так известен, все его так любят, все его знают и все хотят подражать. Этот стиль, ритмический стиль игры, сильно повлиял на огромное количество музыкантов, бас-гитаристов, групп, кто только так не играл. Особенно те, кто какое-то отношение имеет к хэви-металу, к хард-року, к металлу. Этот галоп, естественно, все эти музыканты знают. И не стоит недооценивать влияние этого стиля. Давайте же с вами поскорее научимся его играть. Первое, что нам нужно, это правая рука. Правая рука, и на ней у нас есть 5 пальцев. 1, 2, 3, 4, 5. Но нам из этих 5 пальцев нужно всего 2. Это указательный и средний палец. Вот они. Это те пальцы, как раз которыми играет Стив Харрис. Это палец I и палец M, как его еще называют в теории. Палец Iron и палец Maiden. 2 пальца. Значит, и здесь мы играем 1/8 и 2/16, но с определенной последовательностью. Один, один, два, 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 один, один, два.
Для того, чтобы нам сыграть данный галоп, научиться играть в быстром темпе, как в оригинале, 200 BPM, например, и больше BPM, то нам, конечно же, здесь необходимо использовать метроном. И начинать, и рекомендуется именно с медленных темпов, и разыгрывать это сочетание 8 и 2-16. Давайте же возьмем метроном. Я не рекомендую сразу играть в быстрых темпах, как в оригинале. Если вы хотите хорошо отточить вот это вот исполнение, чтобы оно качало в итоге и звучало нормально, то, конечно же, стоит добиться того, чтобы оно звучало в медленном темпе. Потому что если оно не будет звучать в медленном темпе, то в быстром темпе тоже не будет звучать. Поэтому включаем метроном, ставим сразу небольшой темп, например, 52 пусть будет. Включили метроном, слушаем, немножко настраиваемся, так сказать, ловим вот эту связь с космосом, значит... И пробуем их сыграть четко, именно по той схеме пальцев, которую я сказал. Дальше, после того, как вы научились попадать хотя бы приблизительно с метрономом вот эти 8 и 2 16, прочувствовать на себе вот этот грув хардрока, грув хэви-метал, то тут дальше вы можете поддать газку и уже поработать над звуком, над приблизиться, так сказать, к тембру Стива Харриса. Как это можно сделать? Во-первых, важно сделать акцент на первую долю и как бы раскачать струну первым ударом. Играется это в первой позиции, точнее не в первой позиции, а в средней позиции, над датчиком пресижена, если был пресижен в среднем, играется над ним, то есть ни в коем случае не здесь, не около бриджа, будет звук не такой, здесь тоже будет очень глухой звук, поэтому мы выбираем среднюю позицию и делаем акцент на сильную долю, тем самым раскачивая струну и давая ей правильную амплитуду, она начинает биться о лады и делать вот этот тембр хард-роковский, хэви-металовский. Вот таким вот образом. Здесь очень важно научиться вот этому уверенному звукоизвлечению, ни в коем случае не гладить гитару, доставать звук, так сказать, из инструмента. Также интересный, любопытный технический момент, что Стив никогда не использует какую-то опору в правой руке, то есть у него большой палец двигается вместе со всеми. Я сколько ни пытался, у меня не получилось, но я смотрел видео каверов, ребята снимали какие-то кавера на Iron Maiden разные, и у них получается вот это, то есть у них прямо вот так же палец большой ходит, без опоры, рядом с всеми остальными, с пальцами и М, соответственно, но у меня так не получается, не могу так сыграть, у меня все равно по-другому. Но, как бы, это индивидуальная вещь, но у кого-то еще и получается ее копировать. Вторая фишка, которую любит использовать Стив Харрис, это игра пауэр-аккордов или квинт на басу. Он часто их использует, дополняя свои партии, свои галопы, заполняя какое-то пространство и тем самым такой более гитарности своим партиям придавая. Но это все делается, естественно, в груве, все грамотно, все ритмично, и поэтому звучит. Давайте-ка разберем, как это играть. Во-первых, ну, возьмем, например, квинту. Возьмем указательный палец, поставим на ноту ре, и мизинец поставим на ноту ля, соседняя струна, вторая. И вот у нас квинта. Но Стив Харрис играет это по-гитарному, он месит прям по всем струнам. Для этого нужно заглушить все оставшиеся струны. Мы это делаем средним пальцем, мы глушим четвертую, тем самым не давая ей прозвучать. И после этого мы можем уже лупить по всем струнам. Здесь есть два варианта. Либо играть по-гитарному, вот такое движение вниз. Либо играть более перкуссионно. Вот такое движение, как в фламенко. Здесь кому как удобно. Мне лично нравится вот так. Вот более такое получается мощная атака. Более перкуссионная. Можно играть более по-гитарному. Стив Харрис играет больше по-гитарному. Таким образом. Также можно, к примеру, играть и полностью пауэр-аккорды, это извлекая, значит, указательный, к примеру, опять же ре, потом безымянный ля и мизинец ре на октаву выше. Вот эти такие аккорды тоже Стив Харрис часто использует. Но для того, чтобы их научиться чисто играть, нужно немножко потренироваться.
Несмотря на то, что Стив Харрис в своих старых интервью говорил о том, что он не знает никакой теории, не знает никаких гамм, никогда этим не занимался, не учил, ему достаточно того, что он знает там четвертая и восьмая нота, и все, и этим он делает музыку. На самом деле в его музыке прослеживается и мажорную гамму он использует, а мажорное трезвучие, и минорную, и пентатонику, и блюзовую гамму она тоже присутствует. С одной стороны, конечно, может быть это какой-то, так сказать, какая-то красивая история. Знаете, вот нужно, например, для того, чтобы увеличить к себе интерес, придумать какую-то красивую историю. Например, там, я вообще никогда не учился музыке, но сразу сел и сыграл. Или, например, я нашел свой бас на помойке, разбитый, потом пришел домой, склеил его, и он звучал лучше всех в мире. Ну, то есть, такие истории, они привлекают внимание к артисту. Возможно, это так. Также я могу здесь параллель привести с Фли. Фли тоже так же говорит, что он не знает теории, хотя он хорошо владеет трубой. Странно, что, ну, как это как бы сочетается, тоже непонятно. То есть, как бы какие-то такие моментики проскальзывают. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Все, что я хотел сказать по поводу игры этого замечательного бас-гитариста Стива Харриса. Надеюсь, ничего не забыл. И думаю, что видео будет полезно как минимум новичкам, как минимум множеству молодежи, которым нравится такой стиль, которые тянутся к такой музыке, к металлу. Это хорошая база. Именно начать с Стива Харриса, например, если вы играете там год или полтора, и вам нравится рок-музыка, то это очень хороший будет экспириенс, поиграть его партии. Не обязательно в быстром темпе, рекомендую, опять же, заниматься, повторюсь, под метроном, как это было, как я показал, то есть начинать с медленных темпов, разыгрывать галоп, пробовать играть эти пауэр-аккорды, какие-то рифы именно Стива Харриса. И я бы не сказал, что там какие-то сложные рифы, на самом деле музыка не сложная, я не могу сказать, что такой стиль, хард-рок, он так сказать, там именно что-то технически сложное. Нет, это, конечно же, музыка больше про текст, музыка про песню. То есть это в такой музыке, в первую очередь, это смысловая нагрузка, атмосфера, к примеру. И даже Стив Харрис в своих интервью говорил то, что если на начальных стадиях, в начале, на ранней карьере, когда группа была молодая, они еще как-то старались какие-то интересные аранжировки делать больше, какие-то более сложные партии, какой-то такой прогрессив носить, то со временем партии баса стали более прагматичными. То есть здесь смысл баса создавать грув, правильную пульсацию, вот этот фирменный звук движения, вот этот галоп. То есть именно грув и работа на песню, работа на атмосферу, над идеей песни. Не то, чтобы я там, типа, должен там сразу круто играть, там все миллион наворачивать каких-то нот, там какие-то партии сложные, нет. Здесь именно как раз-таки, особенно в последних альбомах, это видно, что бас подчинен именно вот этой концепции песни, создание грува, правильного аккомпанемента, атмосферы, вот этого звука, который всем нравится, вот это вот, так сказать, то, что греет людям сердца по всему миру, если вы понимаете, о чем я. То есть именно вот об этом. Если, например, даже сравнить миллион групп, которые клоны, можно сказать, да, там, Iron Maiden, типа Ария у нас, да, есть группа, то мне, например, лично больше Ария нравится, потому что, опять же, в этой музыке основное, как я сказал, это, конечно, текст. То есть это в тексте создается атмосфера, ощущение. То есть здесь, то есть в плане музыки это, по сути, одинаковые группы. Что Iron Maiden, что Ария, они похожи абсолютно. То есть все одинаковое, звук, даже басы одинаковые. Но в Арии, по крайней мере, я слышу текст, и он как-то на меня оказывает какое-то эмоциональное воздействие. В отличие от Iron Maiden, который я так не понимаю текст, например. Поэтому, естественно, вот это, так сказать, ощущение гораздо хуже вот это вот восприятие музыки, поэтому вот так вот. И, в общем, все, что я хотел, не буду дальше говорить, я тут сейчас заговорю, на 2 часа видео будет, не-не-не. В общем, смотрите, ребят, всем спасибо, что посмотрели еще раз. Кончается год, 21-й год, Новый год скоро, через 2 недели уже. Это, наверное, будет, скорее всего, последнее видео в этом году, поэтому, естественно, я пользуюсь случаем. Хочу поздравить всех с Новым годом. Поздравить всех своих подписчиков, вы лучшие, без вас было бы все гораздо хуже, все гораздо печальнее, может быть вообще ничего не было, то есть вы как бы локомотив, так сказать, без вас бы точно ничего не было. Так держать, продолжайте подписываться, продолжайте ставить свои мега важные лайки, комментарии оставлять, это сверхважно, очень приятно, и я думаю всем от этого только лучше. Вот, еще раз всех поздравляю с наступающим, я думаю следующий год должен быть еще лучше, чем этот. Всем любовь, доброта, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал, поддерживайте меня на Бусти, заходите в группы, ставьте комментарии, это все овер важно. Всем любовь, доброта, всем пока.